Процедура, направленная на увлажнение. Сегодня мы смотрим на пациентку, достаточно молодую, и запрос у нее не изменить форму губ, а напитать и увлажнить, создать эффект сочных зацелованных губ. Мы используем микробугорковую технику и самую тоненькую иголочку 29G на 4 мм. Такие инъекции происходят максимально безболезненно для нашего пациента, и мы, как вы видите, прорабатываем нижнюю губу, делая вколы на границе с красной каймой. Также мы восстанавливаем объем верхней губы. В препарат входит гиалуроновая кислота, и часть ее стабилизирована, то есть одна часть как филлер, и она будет давать очень долгое наполнение. И 75% препарата – это нестабилизированная фракция, которая будет расправлять мелкие морщинки, давать сочность, давать наполненность губам. Она будет подчеркивать вашу естественную форму и создавать эффект зацелованных губ. Для более равномерного распределения препарата мы проводим небольшой массаж, для того, чтобы препарат максимально ровно распределился во всех тканях. Вы можете сделать акцент на верхней или на нижней губе, как мы делаем сейчас, дополнительные микроболюсы в центральной части нижней губы и такие же болюсы на верхней губе. Тем самым вы акцентируете внимание на середине, улучшаете светоотражение и создаете эффект пухлых, наполненных губ. Также не оставляйте без внимания и уголочки губ. Это такая профилактика опущения угла рта. В завершении процедуры мы также делаем микромассаж, распределяем препарат. И убедившись, что препарат лежит ровно, на этом наша процедура будет окончена. Смотрите, иголочку мы используем самую тонкую, а значит, что травматизация тканей будет минимальна. Отечность после процедуры сохраняется в течение суток, и после этого пациент видит наполненность и влажность. Эта процедура идеальна как для молодых губ, так и для более возрастных пациентов, которые боятся увеличения губ и хотят более влажных и наполненных губ. Юлик Скин Бустер идеален для работы с губами.